Привет! Сегодня буду собирать чайник из чайного сервиза. Модули для чайника я делала маленькие тоже, ну небольшие такие, средненькие, листик А4 делила на 16 частей. Основа нашего чайника будет состоять из трех рядов по 20 модулей. Начинаем собирать, как обычно, все поделки мы собирали. Обычно смыкаем нашу поделочку в кольцо, выворачиваем поделку таким образом, как показано на видео. Следующий четвертый ряд у нас будет 24 модуля. Нужно будет через каждые 4 модуля, которые мы насадим, на пятый модуль нужно будет насадить 2 модуля с свободными краями. Сейчас покажу. Четвертый ряд, 24 модуля. Все так же надеваем модули. И на пятый модуль, 4 модуля первых надеваем, как обычно. 3, 4. И на пятый модуль мы надеваем 2 модуля и оставляем свободный краешек. Тем самым мы добавим модулей. Это четвертый ряд, здесь 24 модуля. Пятый ряд мы собираем так. Значит, тут тоже будет 24 модуля. 5 надеваем модулей так, как обычно. Раз, два, три, четыре, пять. А шестой мы одеваем острым уголочком внутрь. 6. Должно получиться вот так. 6. И дальше. Также. Тоже следующий одеваем, как обычно. 2.
5, и 6 мы одеваем длинным носиком вовнутрь. 6. Это пятый ряд. Шестой ряд тоже 24 модуля. На один из модулей, который у нас носиком вовнутрь, мы надеваем 2 тоже носиком вовнутрь. Вот таким вот образом. 2. Остальные, как обычно, одеваем, доходя до следующего. Там тоже одеваем вовнутрь носиком, тоже 2. Вот мы дошли, и 2 надеваем вовнутрь острым носиком. И так далее. Седьмой ряд мы одеваем 3 модуля на эти изнаночные наши модули, которые у нас наизнанку получились. Надеваем 3 модуля. Восьмой ряд, тоже 24 модуля, только на вот эти изнаночные модули надеваем уже 4 модуля. Следующий девятый ряд на вот эти изнаночные модули идет по 5 модулей.
пятый ряд мы уменьшаем эти модули, которые были наизнанку. Мы надеваем 4 модуля сюда, такие же наизнанку также. 4. Пятый мы надеваем обычно, как обычно мы одевали всегда модули. Опять 4. Следующий ряд будет 3. Уменьшать будем 3, 2 до 1. Вот наш 13 ряд закончен. Я узор закончила. Остреньким уголочком внутрь одна штучка была, последний ряд. Это был наш 13 ряд. 14 ряд. Обычно надеваем модули. 24 штуки. Это 14 ряд. 15 ряд. Тоже 24 штуки. 24 модуля. 15 ряд. 17 ряд модули мы надеваем наизнанку, остреньким концом вовнутрь. Это будет 17 наш ряд. 18 ряд, как обычно, теперь опять мы надеваем. 19, 20 и 21 ряды мы одеваем также. А вот 22 последний ряд мы надеваем наизнанку, носиком острым внутрь. Получился вот такой чайник у меня с узорами. Теперь нужно сделать крышечку на него. Крышечку я делала из маленьких модулей, буду делать. Листик А4 я делила на 32 части. И основа крышечки состоит из 8, из 2 рядов по 8 модулей. Надеваем их одинаково носиком, острым носиком на себя. Тут уже 2 ряда по 8 модулей. Третий ряд мы удваиваем. Нужно 16, чтобы здесь было модулей. Один уголочек у нас свободный. На один модуль насаживаем 2 модуля. И последний, четвертый ряд, тоже 16 модулей. Я смотрю, что крышечка, наверное, будет маловато на наш чайник. Да, маленькая. Еще можно добавить ряд из 16 модулей, но уже их надеть не острым носиком на себя. Теперь будем делать ручку. На ручку я тоже взяла модули маленькие, листик А4 делила на 32 части. Ручку будем делать так же, как и делали на сахарницу. То есть берем 2 модуля, сверху 1 модуль, потом еще 2. Один и так далее. Потом с этого всего сформируем ручку. Носик будет таким же образом делаться. Нужно будет проклеить эти все модули. Вот тут проклеится клеем. Или здесь с внутренней стороны. И приклеить к чайнику. Вот и все. Вот такой вот у меня получился чайник. Я сделала носик, приклеила все, ручку приклеила, крышечка. Вот такой чайничек у меня получился. И сейчас покажу полностью весь сервиз чайный. Вот он, весь чайный сервиз.
5 чашечек, блюдец, сахарница, чайник и вазочка для конфет. И всем пока! Подписываемся на наш канал, ставим лайки и не забываем писать комментарии по поводу этого чайного сервиза. И всем пока!